Приветствую вас, дамы и господа, с вами Варчик, в этом видео расскажу вам про событие «Этому городу нужен цвет». В этом событии разыгрывается 1000 британских колесных средних танков 8 уровня GSR-1010. Это прим-танк, неплохой, для некоторых он, конечно, сложноват, но многим понравился. Мне в том числе. Я бы не сказал, что это танк невероятно имбовый, но и слабым его тоже назвать невозможно. Танк неплохой и в полной мере раскрывается при должном скилле. Этот прим-танк явно лишним в вашем ангаре не будет. Это событие, в котором енот Матрас снова ввязался в какую-то историю, в которой нужно будет проходить задания, а также головоломки. Всего у нас будет 19 глав. В некоторых из этих глав будут у нас мини-игры, а в некоторых задания. Заданий будет 13, и все они выполняются последовательно, переходя от одной главы к следующей. Помощь Матрасу нужна с 25 декабря по 8 января 23.59 МСК. Скорость прохождения доступна по всей протяженности события. Важно только время, которое вы потратите на помощь еноту. Задания выполняются на 6 уровне и выше. Также задания можно выполнять в натиске и в аркаде. Ну и, конечно же, в случайных боях. Мини-игры на портале не влияют на скорость прохождения, и их можно пропустить. Тут значение имеют только боевые задачи. В этот раз как-то замудренно все сделали. Было удобнее, когда ты выбираешь задание и едешь его выполнять. Здесь у нас какие-то главы, но в принципе просто по очереди все выполняем и все. А мини-игры для скорости, я так понимаю, пропускаем. Также за прохождение каждой главы получаем маленькие награды. Первые 250 человек, которые пройдут быстрее всех, гарантированно получат прем-танк GSR-1010. Остальные 750 разыграются случайным образом среди тех, кто это все прошел. Также еще к этому событию будет у нас розыгрыш. Если я эти задания пройду до 31.12, то на канале будет розыгрыш двух танков Сома СМ. Эти танки будут разыгрываться не так, как в прошлый раз я разыгрывал Шкоду Т56, никаких репостов там или чего-то еще. Танки будут разыграны просто на стриме во время трансляции. Один прим-танк я постараюсь разыграть на ВК Play Live. Там стопудово один танк будет. Второй танк я постараюсь разыграть во время трансляции на Ютубе. Прошлые разы я это задание выполнял за 12 часов. Первый раз там за 11.30, второй раз за 12. Все это я выполнял на одном стриме. И это занятие, конечно, тяжелое. У меня этот танчик есть. Стоит ли мне упарываться, чтобы его получить, я не знаю. Если я его получу, то я, в принципе, получу компенсацию за него. Золота у меня, в принципе, достаточно на аккаунте. Здесь все зависит от того, поленюсь я или не поленюсь. Снова за 12 часов проходить эти все задания. В прошлые разы ваше скоростное прохождение стартовало с того момента, когда вы примете первое задание. Раньше вы заходили на страницу и сами выбирали задание, принимали его и ехали выполнять. После выполнения выбирали следующее и так далее. Сейчас там все разделено на главы, и оно идет все по очереди. Сначала идет какая-то предыстория, там музыка, все дела, и потом принимаем задание. На мой взгляд, это менее удобно, но, возможно, более атмосферно и, может быть, кому-то будет интереснее. Но, на мой взгляд, для тех, кто проходит на скорость, возможно, нужно было сделать какую-то дополнительную менюшку, где ты просто эти главы по очереди активируешь и просто проходишь, без всякой вот этой вот мишуры. Поскольку в скоростных прохождениях, так называемые спидраны, всеми способами всегда пытаются сократить время. А здесь нам какую-то историю показывают, и она явно не сокращает нам время, а наоборот отвлекает и растягивает. Плюс еще какие-то мини-игры засунули, 5 штук, которые вроде как не нужны, но все равно они есть. Эти 5 мини-игр привязаны к определенным главам, но для получения наград их не нужно проходить до конца. Завершив главу, вы можете пройти игру заново, но награды в этом случае вам не полагаются. В общем, намутили чего-то там такого, зачем, пока не сильно понятно. Но тем не менее, можно выиграть 1000 прим-танков 8 уровня. Как минимум, можно просто потихоньку пройти эти задания до 8 января. И если вам повезет, и вы будете счастливчиком одним из 750, то вам выдадут такой вот прим-танчик. Я думаю, что просто активировать эти задания и потихоньку проходить должны все, кто просто играет в игру. В натиск, в рандом там, или даже в аркаде. Ну а если вы прям задрот лютый, то можно посоревноваться за топ 250. После того, как я выполню все нужные условия для розыгрыша двух Сому АСМ, на канале будет стрим, на котором я их и разыграю.
Поэтому подписывайтесь на ВК Play Live, подписывайтесь на YouTube. Где-то в район Нового года точно будет розыгрыш. В принципе, вот такое вот событие. Желаю всем успехов и удачи в прохождении. Пишите в комментариях свое мнение. Оставлю в описании ссылку на это событие. Можете зайти посмотреть, активировать задания и хотя бы просто повыполняв их, поучаствовать в розыгрыше, вдруг повезет и выиграете прям там. Ну или же просто получите маленькие наградки за эти задания. Я думаю, с вас не убудет. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня и пока.